расстались. Я бросила этого лузера. Ну, ладно. Пошел ты. Иногда отношения могут быть обузой. Особенно отношения с ней. Но она ничего, если узнать ее поближе. Просто ее чувства задеты. Она похожа на оголенный нерв. Она как тело без кожи. Она сводит меня с ума. Самый глупый вариант – это показать девушке, насколько она тебе нравится. А вот почему ты ведешь себя со мной как козел. Ну ты же все еще здесь. Ты покойник, слышишь? Вы оба покойники! Ты под кайфом? Я знаю, что ты с ней спал! Я видела, как она сосала твой палец! Где Ким? Она не хочет тебя видеть. Да? Проваливай ко всем чертям! Я ничего не сделал! Боже. Он готов трахать все, что движется. Ты дашь мне объяснить? Хоть минутку не будь стервой. Мне приходится быть стервой. Она не виновата. Это все я. Ты... Ничего не было. Есть только ты. Привет. Это он ко мне подкатил, потому что ты шлюха. Что это значит? Приятно тебе провести остаток жизни в одиночестве. Да что с тобой? Ты самый ненадежный парень на планете. Отлично. А я рассталась с Дэниелом. Ким, мне нужна твоя помощь, я ничего не понимаю. Не трогай меня! Не надо меня трогать! Перестань мне лгать! Я не лгу. Врешь, как дышишь. Ким, я люблю тебя. Дэниел и Ким целуются на моей кровати. Я думала, они расстались. Они чуть ли не каждую неделю расстаются. Ты помешанная на сексе наркоманка. Ким, это не значит, что я тебя не люблю. Ты мне нравишься такой, какая ты есть. Эй, есть только ты.